И просто сказали, мы будем сносить. Вот вам один день на снос. Если вы за один день сами не снесете, тут не уберетесь, мы будем сюда загонять бульдозер и будем все сносить. Вот и все. Смысл в том, что со стороны администрации Олимпийского департамента не было никакого диалога. То есть даже просто вот, то есть, ну, сборы, события какие-то, то есть, ну, в том плане вот этого всего, диалога не было. То есть, ну... В апреле месяце пришли люди, представились сотрудниками Краснодарского департамента по реализации полномочий к Олимпийским играм 2014 года. Объяснили, что наши строения подпадают под снос, так как будет идти дорога, якобы через наш дом. 13 лет назад они уже подавали по тому же делу на нас в суд. Суд признал за нами право собственности в 99 году на данный дом. Суд Хосинский. Эти ребята из администрации города Сочи при поддержке департамента вот этого краевого идут в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда и за 2 минуты буквально признают наш дом самовольной постройкой. Они ничего не предложили. Ни компенсацию не предложили, да. Ни жилья никакого не предложили. С солодецем моим предложили вам какое-то жилье, напротив там домики построили, их хоть туда переселили. Вот. А нам ничего. Тут идите прийти на улицу. Ну, у меня, я лежал там, они меня занесли сначала на руках. Запихали во двор мой собственный. Подмышки его подхватили и занесли во двор, и все залетели. Там все решено заранее. То есть мы фактически, да, лишены основных прав. Мы лишены всех основных прав человека. Всех, абсолютно. В этом городе, в этом краю мы лишены всего.